Всем привет! После того, как мы построили дом, у нас сейчас появилось больше возможностей изучать различные рецепты. Но прежде всего я хочу научиться рыбачить. Почему-то возникло такое у меня желание. Как-то резко добавляется опыт. А как он добавляется? Что, чего? Я же вроде бы ничего не делаю. А почему он добавляется? Вот та синяя полоска. Я же вроде ничего не делаю. Так, а может научиться сначала надо насчет рыбалки, да? Я имею в виду вот прокачать это дело. И можно ли это все прокачивать? Подожди, давай посмотрим, где у нас тут прокачка идет. Охота, рыбалка, рыбалки. А вот рыбалка, вот второй уровень. Давайте сразу прокачаем его как можно больше. Да? Третий уровень и максимальный уровень, охренительно. Так, чтобы сразу ловить. Но можно сразу, короче, прокачать и охоту, я думаю, было бы тоже неплохо. Вполне, ну давайте, может. Так, это вот добыча из рыбы хорошего мяса. Давайте попробуем тогда покачаться. Сколько у меня останется опыта? Вот максимальный добыл, да? До конца уж тогда сделаем. А, не хватает. Да, ну, давай тогда прокачаем и животных. Можно, нет? 5 очков осталось. Быстро наберем сейчас побольше. Так. Попробуем сейчас первым делом в доме построить рыбалку. Опять же, наверное, рыболовную снасть. Опять же, наверное, я думаю, есть он, нет, где-то? Дистрибьютор. А, ну это я не могу пока делать, да? Угу. Нет, я рыбалку, похоже, делать пока не могу. Да, пока этого у меня нету. Прокачку... Я не знаю, может быть не здесь, может быть в каком-то другом сундуке тоже. Столько много верстаков различных, и убирать из них какой-то нужный тоже довольно сложно. Да, по-моему, вот он, фишдом, отлично. Fishery, как раз то, что надо. Я на нем смогу делать, видите, добывать ресурсы рыбки. И первым делом, наверное, все-таки самое главное, что нужно в рыбальном деле, это удочка. Сейчас попробуем, посмотрим. Она же должна, мне кажется, ловиться на червя, но здесь в игре вполне возможно она будет ловиться просто на крючок. Птички летают. Знаете, мне все равно как-то немножко кажется схожим эта игра с Block Story. Почему-то вы это не находите. Ну, фиг его знает. Здесь мне больше нравится то, что много инженерного дела, много различных рецептов, много различных возможностей. Так, вот тут вот я буду строить другие баррикады, то есть дом буду улучшать чуть-чуть по-другому, но это будет в свое время. Так, кстати, я хотел еще кое-что построить. Я хотел, по-моему, масонский верстак построить. Это чтобы камень можно было обрабатывать. Сейчас посмотрим, подожди. Так, 4 секунды. Где он, масонский камень? Где-то тут он был, по-моему. Так, смолсток. Нет, это не то, не то, не то, не то, не то, не то. Сундук. А, наверное, не здесь. Ага, да, здесь, по-моему, его нету. А, нет, вот, масонский камень. Вот, 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 стол масонский. По добыче. Давайте делаем. Так, берем рыбную свою... при бомбах и попробуем поставить ее на улице. Я не знаю, возле реки, если попробовать поставить, будет он вообще, нет, ставится возле воды, или все-таки нужно будет именно в доме размещать. А вот, кстати, вода-то у нас вообще рядышком. Вау, это что, у нас прямо в воде растет водоросли, прямо видно отсюда. Класс, так-то прикольно вообще такой вид здесь. Мне кажется, удачно я поместил этот дом. Так, Q и A. Да, ну давайте попробуем вот поставить как раз на побережье. Разместить и посмотрим, что у нас с этого выйдет. Так, что у нас не хватает для того, чтобы... Да, нужно дома. Все-таки в доме, в доме, в доме, в доме, в доме. Нужно это все делать в доме. Тогда мы сделаем это все просто. Уберем. Волк, собака. Да, я сначала думал, я уже говорил об этом, что я сначала думал, что волки могут нападать и как-то побаивался к ним подходить, а потом увидел, что они тоже убегают, как и все другие животные. Так. Сделаем.
Надо где-то поставить так, чтобы... Ага, сюда поставить нельзя. Да? Ну-ка, вот так вот. Так поставить надо, чтобы окно не закрывало, что ли. Блин, у меня везде окна стоят. А можно, кстати, окна-то убрать, да? Окно же можно закрыть какое-нибудь. Вот, допустим, вот это вот окошечко. Да, оно тут вообще не в тему. Давайте, может, закроем окно. У меня есть в запасе еще дерево. А похоже, нету. Зато есть масонский верстак. Тоже я его положу сразу. Масонский, это значит каменный. Каменный, по добыче камня. Тоже в дом. И положу его где-нибудь, наверное, к углу поближе. Побольше бы разместить хочется, конечно, в доме. Тут песок. Ну, песок будет убран, но все равно я думаю, что здесь надо будет деревяшку поставить. Давайте сразу сделаем это, чтобы долго в долгий ящик не отходить. Тем более, что нам дерево все равно понадобится. Хотя бы ту же удочку делать. В ближайшем будущем, я думаю, что уместно будет. Так, ну, пока можно добывать дерево здесь. Здесь продолжают расти новые деревья. За место старых. Для этого, еще раз говорю, нужно все-таки убрать все ветки, всю фигню, которая находится рядом, чтобы оно начало расти с новой силой. Timber! Да, большое дерево, он будет рубить его долго, наверное. Это специально, наверное, эта игра сделала, чтобы пеньки убирали, что типа действительно игра про экологию, вполне возможно, не знаю. Но мне почему-то кажется. Так, я не посещал сайт разработчиков игры, я не знаю об этой игре, в принципе, я не узнавал. Ну, мне, в принципе, так особо не интересно. Когда они ее сделают, в принципе, может быть и важно, конечно же, и, скорее всего, интересно, но... А мне кажется, и в эту версию игры пока играть вполне прилично можно. Так, давай-ка похаваем немножко. О, 530. А больше 535. Да, больше не может, потому что, по всей вероятности, нужно мясо. Красным цветом у нас отмечается... Какой ингредиент, я не помню. Ага, карпс. Это, скорее всего... не витамины, карпс, фат, жир. Блин, как же он переводится-то? Ладно, хрен с ним. Неважно. Давайте будем добывать деревяшки пока. Так, о, уже 3 очка новых опыта появилось. Видите, как быстро это все добывается. Ну, первое, когда начинаете только, да, вот когда только заходите в мир, может, не так быстро это все происходит, потому что вы сначала осваиваетесь, вам эти очки не дают, а потом это все происходит гораздо быстрее и эффективнее. Сюда вот деревяшки положим. О, сразу перелаживается все. Так, мне нужно было что? Я хотел что-то сделать еще. А! Я хотел сделать вот такую вот деревяшку. Кстати, они же у меня есть. Че я, блин, туплю-то в натуре? Они же, по-моему, где-то были у меня. Вот, точно есть. А я глуплю. Мне же можно вот так вот взять и поставить. Вот как раз вот в этом месте. В принципе, вот это окно нормально. А вот сюда место... Вот тут вот будет у нас закрыто. Темновато? Да нет, не будет темновато. Мы сделаем, разместим здесь в свое время свет, так что это все будет уместно и осмысленно. Так, ну давайте смотреть, что у нас есть возможность. Так, я могу приготовить клан сальмон. Да, это из рыбы, но ее нужно сначала добыть. А вот это фиш-трап, я так до сих пор и не понял, как это все делается. Но давайте сначала первым делом сделаем удочку и фиш-трап тоже. Для того, чтобы это начать делать, это нужно привязать сюда багажник свой. Это тоже можно сюда заделать. И сейчас могу крафтить. Так, сделаем одну удочку и сделаем одну фиш-трап. Ее можно положить в воду или возле воды. Я что-то так до конца так и не понял вот эту вот ситуацию.
Я понял то, что она добывает рыб, но, блин, как и больших рыб. Или больше рыб. Может, прокачивать что-то надо? Или туда внутрь что-то ложить? Но я знаю, что удочка, по-моему, у нас работает без наживки. И спокойно можно ее... Кстати, что еще можно туда подбывать? Давайте посмотрим сразу же. Так, рыба и кусочки еще... Чего это? А, мидии. Кламс, да, мидии. Так, из водорослей тоже можно делать всякую закуску. Ну, это не закуска, это на самом деле это фибер. Это веревки. И можно делать так. Ладно, хорошо. Давайте посмотрим тогда, пока он готовит удочку мне. Займемся изучением масонского стола. Так, мне нужно сделать bakery oven, да, плиту, но нужны будут железные слитки. А как кильн сделать? Во, вот эту штуку можно сделать. Для этого нужно 39 камней. Опять же, давайте посмотрим, что мы можем тут предпринять. Вот так же объединим все. Так, ну и следовательно, нам нужно еще 15 камней. Давайте сделаем, почему нет? Не так сложно, в принципе. Пока я тут готовится у меня удочка, я пойду... А, все, готово. Fish pole project. Я пойду подобываю, тем более день идет, подобываю немножко камней. Блин, тут у нас железо. Ну, мы пока не можем его добывать по той простой причине. Ну, вернее, добывать-то можем, но слаживать пока некуда. Мы не можем обрабатывать это железо, пока нет у нас нашей драгоценной... О, камни лежат. То, что надо. Так, сколько нам? 20 камней, пожалуйста. С удовольствием возьму. Так. Раскладываем. Так, еще 4. Последний, ну? А, нет, последнего нету. 19. Все, что ли? Давай тогда еще один срубим, что ли. О, все, 20 камней. Сейчас положим. О, нет, уже вечереет. А вон метеорит, кстати. Осталось 29 дней, 20 часов. Вы видите? А я играл буквально неделю назад последний раз. И, то есть, время не зависимо. Оно не в реальном времени. И приходится... Это все именно так. И нам будет легче за 30 дней успеть соорудить что-то, чтобы спасти наш мир от этого падучего метеорита. Я надеюсь, что это все получится. Так, ложим все на место. Кстати, тут камней сколько-то есть. Немного, но есть. Я думаю, этого хватит. И сделаем тогда сразу и печку здесь. Зафигачим ее тут. Очень даже... Kill. Да? Я смогу сделать в итоге кирпичи. Ну-ка, давайте посмотрим, что мы сможем сделать. Так, у меня удочка готова ведь уже, да, получается? Так, еще это не готово. Но мы забираем удочку. Удочку забираем. Сейчас пойдем рыбачить. А в это же время... еще и возьмем эту штуку, и в это же время еще сделаем печку. Одно другому не мешает. Кстати, еще... 15 минут, да, я успею нарыбачиться. Блин, только ночью не хотелось бы идти рыбачить. Хотя, тут же совсем недалеко волк. Могу я... Блин, прокараулил, надо было его убивать сразу. Ушел, гад. Ушел, спокойно ушел. Вот отсюда я могу же прямо тут ловить рыбу. Но я не знаю, в темноте-то она, наверное, не будет ловиться. Надо бы сделать еще и... здесь какой-нибудь факел, что ли, чтобы возле воды стоял, чтобы можно было наблюдать. Кстати, факел же тоже можно готовить. Давайте посмотрим. Так. Верстак. Открываем. Смотрим. Факел, вот он. Торч стенд. Ага, не хватает дерева и факел. Так, немножко дерева не хватило у нас. Ну ладно, бог с ним.
Пойдем тогда посмотрим, что у нас с трапом. Трап еще не готов. Все, готов. Отлично. Отлично. Открываем сундук. Перелаживаем сюда. Отсюда уже можно сюда. Вот вместо чего-нибудь. Пошли. Пошли порыбачим. Пока он готовит печку, я попробую сейчас забросить удочку. И пока не стемнело, может быть, что-то получится. Ну, блин, она еще корявенько пока сделана, поэтому... А нет, довольно хорошо видно. Что-то далековато. Близко, наоборот. Подожди, дай-ка я заброшу заново. Можешь ты сильнее туда кинуть куда-нибудь, а? Эй! Вот туда. Что-то недалеко кидает, так вообще близко. Фигня какая-то получилась. Блин, не получается. Ну ладно, попробуем сейчас. Не так далеко, в принципе, тут, наверное, можно ловить рыбу тоже. Стоять и ждать, когда же она клюнет. И клюнет ли она вообще с такого близкого расстояния. Тем более, я сейчас всю рыбу тут, скорее всего, распугал. И надо будет еще вот этот построить вот этот трап. Вот эту штуку положить, чтобы попробовать попытаться, так сказать, может быть, поймать рыбу в него. Сейчас посмотрим, как это все работает. Может, слишком близко я запустил. А смотрите, у меня как бы это, когда я рыбачу, по-моему, тоже уменьшается, состояние голода увеличивается, насколько я понял. Есть, поймал! А как ее вытащить-то, а? Ты что, глючишь, что ли? Глючная рыба, блин. Как тебя взять-то себе? Не понял, а почему? Почему она не берется? Глючная рыба какая-то попалась. Она сейчас лежит тут. Ладно, давайте тогда попробуем еще раз. А могу я прям вот ее опять взять? Нет? Нет. Глупо, конечно, но это все не так работает. Так, а если я попробую... Не-а, нифига. Ничем не работает он. И не киркой. Блин, какая-то глючная рыба. А это что такое? Фу, это птица была. Перепугался. Давайте еще раз попробуем поймать. Первая попытка, может быть, была комом. Как-то близко закидывает он. Почему такая коротенькая удочка? Была подлиннее. И глубина тоже не очень большая. Ну, сейчас посмотрим, что мы поймаем. Опыт добавляется со счет того, что я строю новые рибомбахи. Потихонечку, потихонечку все равно становится лучше. Может, нас с какой-то высоты рыбачить или как? Почему, блин, та рыба, которая лежит там на берегу, так и осталась? Она же у меня в инвентаре не лежит сейчас. Нет, тут только кролик лежит, которого я заловил не так давно, убил в прошлой серии. Какой звук прикольный. Воды, на самом деле. Мы шуметь сильно не будем, может быть, тогда будет чуть-чуть получше. Я вот думаю, может быть, обустраивать дом начать, хотя бы столик поставить, да, кровать поставить. Тогда, может быть, дополнительный опыт будет. Тоже хорошая идея, но для начала нужно попробовать поймать рыбу и попробовать ее разделать. И трап еще положить вот этот вот. Не знаю, как правильно это называется. Вообще там у нас в народе это называется морда. Да? Для ловли рыбы. А может, это не для ловли рыбы. Может быть, это для того, чтобы там хранилась свежая рыба. Точно, может быть, это так. В натуре. Чтобы она не портилась, эта рыбка. Блин, ни одной рыбы нет больше. Да, долго так приходится ждать. Ну, реально рыбалка, она, в принципе, не сильно отличается. У меня там строится, заодно я слышу, как стучит молоток. Так что пока строится, 15 минут уже реального времени, все как раз подготовится у нас, я думаю.
Может, она ночью не клюет? Может, она спит тоже ночью? Кто ее знает? Двигать удочкой тоже не стоит, потому что она тоже будет двигаться в подплывком месте. Непонятно, что тут происходит, тут вообще ниже. О, видал? Передвинул немножко и все. Подальше чуть-чуть. Может, неудачное место было? Нужно именно на Луну поставить, чтобы лунная какая-нибудь рыбка склевала. Или действительно ночью может поклюет. А может, свет нужно на самом деле? Но опять же, надо было дерево дополнительно брать. У меня же там есть, да? Досочки, по-моему, еще. Так что можно их набрать и... Сейчас подожду еще, может быть, рыбку поймаю и схожу. Может, это не глючнет? Я потому что знаю, что я ловил рыбу, что она подбиралась у меня, и не просто глючила. Ну, довольно быстро, да, опыт добавляется. Я смотрю, как-то быстро у меня растет эта полосочка постоянно синяя. Может, рыбалка тоже влияет. Не клюет нифига. Вот не знаю даже. Был бы подсачник, было бы еще лучше. Тогда бы она бы не глючила, наверное, так. Подсачник бы все слаживалось, а рыбка. И можно было ее потом из подсачника доставать и собирать, а потом делать из нее мясо. Ну, рыбную это. Может быть, консервы там всякие. Не знаю, будут ли тут какие-нибудь заводы или нет. Вот луна уходит немножко, а рыбка почему-то больше не клюет. Может, в другом месте нужно половить, а? Давай-ка в другом месте половим немножко. О, исчезла рыба! Куда она сбежала, эй? Может, она у меня... Блин, ну что закидало вот такое, а? Давайте попробуем поставим вот эту штуку для начала. О, можно сюда, да, Пол? Точно, можно. А для чего она сюда ставится? Ну-ка, use. Fish trap. Да, точно, это сундук, чтобы хранить рыбу, чтобы она не умирала. А может быть для того, чтобы для разведения. Кто его знает? А? Может, для разведения рыбы? Давай-ка закинем удочку. Ну, чё так плохо кинулся, а? Блин, очень близко как-то не получается мне. Лучше закинуть, может быть... Ох, перевел. В лунном сиянии нифига не ловится рыба больше. Один раз попытался пойматься, но все равно что-то не получается. Я хочу поймать рыбку. Вот действительно нужно ждать утра. По-моему, перестала сучать. Значит, наверное, уже готова печка у меня. Одно другому не мешает, очень даже хорошо. У меня такая леска, как будто из веревки сделана. Толстая-толстая. Лунная соната, по-моему, такая тут. Музычка, если вы слышите, немножко идет. Ну, я смотрю, по-моему, это от рыбалки вот этот опыт добавляется. Но я не уверен, но, блин, вполне возможно. Или от того, что я становлюсь голоднее. Клюет! Ловись, рыбка! Ну давай ты поймайся, ты, ёпты. Почему она не ловится, эй? Зараза. Может, я её должен левой клавишей, нет? Может, в трап её сюда бросить? Не могу. Что за фигня? Почему рыбка не ловит? Птичка. А, во. Надо было подольше подержать. Все, понял. Подольше надо было просто подержать, и она бы легла куда надо. Так, ну что, давайте еще тогда половим. Утро наступило уже. Тем более утром само то ходить на рыбалку. Теперь я понял, как это клюет.
То есть как она ловится, нужно ее подольше подержать, и тогда все будет хорошо. Все, теперь я понял. Это я там поймал форель. Или что? Ну-ка, подожди. А, тунец, у меня тунец. Килограммовый, нифига себе, я нормально так. Я могу сделать на костре, имея тунцовый рецепт, могу пожарить рыбу и могу сделать еще и мясо тунцовое. Тоже прикольно. О, нормально так смотрится. Утро наступило, и сейчас уже действительно круче. Смотрите, опыт добавляется, действительно. Постоянно растет. Даже за ожидание рыбы. Круто. Блин, если доведут игру до конца, то это будет просто потрясная игра. Тем более она не особо требовательна, наверное, будет. Если на минимальных настройках ее делать. Да, вот сейчас я, допустим, самые максимальные настройки. У меня 30 FPS. Самый максимальный. Но это при условии, что у меня действительно компьютер сейчас прокачан достаточно сильно. Дело в том, что действительно, когда игра еще не до конца сделана, когда еще не оптимизировано все в игре, то такое бывает, что проседает. 10 уровень у меня. Ну что, будешь... О, это что такое было? Видите, я проголодался немножко и опыта добавилось. Как-то, почему так получается, не знаю. Птичка летает. Долго, конечно, это рыбалка. Ну, само собой, рыбалка есть рыбалка. Или, может быть, была бы какая-нибудь продвинутая удочка, что ли, покруче, побольше. Или, может быть, надо наживку какую-то для нее было бы. Ну, может, еще не сделали наживку пока, это версия игры 0.3.7, по-моему, да, что-то, в описании будет это какая-то версия игры, так что с этим может не переживать. Да, вода не шелохнется, непонятно, есть тут рыба или нет. На самом деле есть, конечно, но почему-то не клюет пока. Не особо. Может, слишком близко к берегу? Может, подальше немножко отвести? Вот так вот. А? Ловись, рыбка большая и очень большая. Ловись, рыба, лови. А, вон там, во. Я нашел, вот тут у нас большой этот, глубоководье, вот тут вот в этом месте. Что-то я как-то сразу не подумал. А вот тут самое глубокое место, так что, может быть, вот тут вот лучше всего, как раз именно. В ямке. Они рыбы водятся именно в ямке. Хорошо получается. Надеюсь, хорошо. Днем-то, блин, лучше бы заняться чем-нибудь более серьезным, более конкретным. Ну ладно, сейчас еще одну рыбку поймаю. Я попробую одну рыбку, допустим, пожарить, да? А одну рыбку посадить вот в этот трап, вот в этот вот живой этот. А я сначала думал, может, это морда, в которую рыбы сами заплывают, и потом... Это что такое? А, вот только что приготовился. Только что стол приготовил у нас проект печки первой. Тоже надо посмотреть, что там в печке творится. И можно уже начинать изучать рецепты. Но первым делом надо, конечно же, дом прокачать, я думаю. Надо поставить себе кровать, стол, стул, там. Что там надо еще для начала? Не клюет нифига что-то. Жди. Сколько ее ждать? Эту рыбу. Может, надо где-то более рыбное место искать? Пока не обозначается, где может быть рыба плавает, да, хотя бы какие-нибудь там круги на воде были бы, было бы видно, что здесь рыба водится. Кстати, можно вон ту водоросль пособирать, она же, из нее тоже можно всякую эту делать, снадобье, наверное, мне кажется. Ну, это все мысли бродят, очень много мыслей бродит, потому что игра действительно очень большая и...
Давай-ка подальше забросим. Блин, вот сюда вот. Вот туда вот. А, кстати, да, в этих... В карасики водятся больше в этих водорослях. Может, тут карасик попадется какой-нибудь сейчас. Долго стоять и ждать. Ну, я пока не голодный, так что я могу стоять, ждать сколько, наверное, угодно. Ну, там шарики, смотрите, ежики. Прямо вот тут вот. Ежики морские, розового цвета. Может быть, их тоже можно было бы собрать. А вон там он еще, ух, так их тут много. Из них же тоже можно что-то готовить, по-моему. Ладно, нужно, наверное, просто поменьше говорить. И тогда... Поменьше шуметь, и тогда рыба сама придет. А видишь, рыбка большая и очень большая. Непонятно, на какой глубине она. Ну-ка, подожди, давай-ка я уберу ее. Еще раз. Забросим. Как она забрасывается, непонятно, да? Вроде бы забросил. Ну вот, вроде бы в воде. Крючок. Вот так вот. Подождем. Не совсем понятно, это тут как бы сделано не совсем эффективно для полного понимания, когда удочка, крючок находится в воде, когда нет. Сейчас, скорее всего, в воде. Давай, 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 ловись, я уже устал ждать. Ловись, мне хочется поэкспериментировать с рыбкой. Как можно быстрее, как можно. Ладно, ждем. Что, ждем? Ой, ребятки, я только научился закидывать удочку. Оказывается, ее закидывать-то очень просто. Просто нужно очень долго держать. Ёлки-палки. Какой же я глупый. Подольше держишь. Чем дольше держишь, тем дальше он закидывает удочку. Ну-ка. А можно еще дальше? Ну-ка, подожди. Сейчас попробую еще дальше. И... Нет, не очень далеко. Ну, чуть-чуть подальше стало. Вот там-то рыба точно водится. А у берега, наверное, пескарей-то и то, не, наверное, не поймаешь. Ладно, сейчас подождем пару минут. А то я там рыбачил, нифига там не клюет. Ждал, 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 дождаться не мог. Сейчас подождем здесь. Все-таки вдалеке она, наверное, чаще попадается. Научиться рыбачить, это вам не уху-ху. О, по-моему, я еще одного поймал. Тунца. Застрял. Эх. Где он? Где он? Где он? Где он? Я его достать не могу. Давай, 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 ловись. Застрял, гад. Давай, давай, давай. Ей, поймали. Давай, давай, давай. Закатывайся. Отлично. Сколько весит второй тунец? Или они все по одному весу? Ну-ка посмотрим. Да, они все килограммовые. Фигня, ладно. Давайте одного тунца... Забросим вот сюда, отположим. Допустим, а второго приготовим. Так, вот сюда вот. Можно же, да, его сюда? Ну-ка, подожди. Так. А, двух сразу, почему-то двух. А, разделить? Ладно, тогда давайте один приготовим сначала, а второго потом сюда забросим. Но он, надеюсь, не сдохнет, пока я его таскаю. Не знаю, для чего это сделано. Может быть, для будущего, может быть, не сейчас. Так, вот здесь вот можно разделать мясо, насколько я понял, да? Вот. Тунец. 24 секунды. А второй тунец я заброшу в это. И в следующей серии, допустим, мы посмотрим, не уплыл ли он оттуда у нас. Вот, положить тунца. Да-да-да. Вот он тут прямо. Он прямо плавает, смотрите. Ё-моё, его прямо видно. Он прямо там плавает. Офигеть, прикольно. Я сделал мясо. Из этого мяса, наверное, можно... Мясо, говорю. Рыбное филе. Из него, его же тоже можно, наверное, пожарить или как? О, 10 штук аж. Нифига себе, нам повезло. Сейчас мы можем из этого... Так, у меня еще мясо и... Печку надо посмотреть. Так, сейчас я попробую в костер это все выбросить. Бросить, то есть, вернее.
Ага, нету. У нас нету топлива. Топлива нету, топлива нету, топлива нету. Так, ну давай пару деревяшек возьмем тогда, что ли. Блин, как же их разделить? Ну давай вот эти вот возьмем тогда, что ли. Можно же ими тоже топить, если я не ошибаюсь. А может нельзя? Надеюсь, можно. Так, можно топить? Нифига. Ха-ха-ха. Этими деревяшками не топится. Плохо. Ну, плохо, неплохо, не знаю, но, блин. Угля у меня с собой нету. Хорошо. А вот этими штуками, ну, можно же тоже, да? Но они опять дорого стоят. Один к двум получается. Давай тогда попробуем ими затопить. Ой. Вот так вот, да? Попробуем ими затопить. Можно будет ими топить тоже. Power. Нет, ими не топится тоже, блин. Придется тогда деревяшки брать. Почему? Почему не топится этим добром? Или может я просто криво руки держу? Во! Так, ну давай будем пробовать. Так, тунец, тунец. А, из одного тунца три штуки. А вот из этого можно что-нибудь приготовить? А нифига, здесь ничего не приготовишь. Значит, нужен какой-то еще дополнительный. А, во, 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 во. Carrot fish, во. Отлично, давайте 10 штук забубеним. Пускай готовится. У нас будет дополнительная еда. Это круто. Это очень приятно. И давайте сделаем себе еще поставим печку. Посмотрим, что она будет из себя представлять. Ох, какая она здоровая. Надо ее тоже куда-то в уголок, наверное, что ли, за бубенить тоже. Так, вот сюда вот я поставлю. Она не будет торчать? Нет. Блин, не знаю, куда ее вот туда вот заделать. Вот. Будешь стоять? Будет. Так, ну давайте посмотрим, что у нас там есть. Сори. Не ту клавишу нажал. Так, открой мне. Открой мне, дружок, свою контору. А, нужно тоже топливо. Ну давайте возьмем, допустим, тех же деревяшек, которые у нас там еще остались. Я же не все собрал. Потихонечку мы разберемся во всем. Блин, я вижу, я уже заметил, какой большой потенциал, какой большой функционал у игры. И сколько можно всего тут наделать. Так, раз, два, три. Да, давайте сразу это уберем. А то, блин, деревья не будут расти здесь. Тоже не хотелось бы. Сам же говорил о том, что стараюсь сразу же очистить место для будущих наростов. Все, 20 штучек есть. С деревьями сейчас напряга не будет, там рядом растут целый лес. И потом я смогу уже сам выращивать этот лес, и будет еще круче. Так, подожди, что нам надо? Нам надо в печку положить дров. Вот что нам надо. Power. Эй, он же ложится сюда. А, на паузе стоит, да? Лимбер. Даже стрелы можно туда закидывать. Они тоже будут гореть. И, конечно же, сам. Так, вот крафт. Блюмери. Можно горшки для стекло. Но стекло я еще не умею, потому что у меня не изучен рецепт. И все, да, пока больше ничего нельзя. А, мне нужно изучать. Теллоу Рамп. Изучить мне кое-что нужно, да? Я думаю, что будет нужно изучить. Первым, одним из первых делов это прямо вот не знаю букс, что я могу, мне бы металл изучить, как его опять, как я его изучу то блин, надо все-таки наверное в книгу рецептов заглянуть свою. Я забыл, как это делается.
Подожди, а как в книгу рецептов заглядывать? Я забыл! Блин, а вон же они есть. Подписи-то, да? L? Нет, не L. Так, C. C это вообще не то. Ё-моё, я забыл. Так, буква O у нас чат. Буква L у нас какой-то закон. Чё? Это какой-то view that. Run for office. Запустить офис. Процесс law. Нет. Нет. Не буду никаких браузеров открывать. Так. G может быть? Нет. Блин, я забыл, как реально. Я забыл, как крафтить, блин. Z. Офигеть. Так, изучить. В принципе, мы пока ничего не можем больше изучить. О! Это для увеличения скорости рецептов. Насколько я понял. Так. Ну, а тут вроде бы снег. Это все нафиг не надо пока, мне кажется. Как вот это вот все делать? Я еще пока, ну, разбираться будем с вами, так что не будем торопиться. Здесь мы научились, как металл добывать, я пока не знаю. Может быть, для добычи металла нужно будет какой-то особенный еще верстак, что ли. Фиг его знает. Вообще-то в печке должно это все храниться на самом деле. Делаться. Печки. Так, как добывается металл? Миллинг, папер миллинг. Так, а может, а сми сми смел смеллинг, да? Может быть, его надо изучать. Для этого нам нужно будет смеллинг скилл букв прокачать. Смеллинг скилл букв, вот она. Но для этого нужно будет добавить железо, точно, меди и, ну ладно, это уже в следующих сериях. Давайте сегодня попрощаемся с вами, наверное. Я сейчас попробую сейчас мясца вот этого рыбьего. Ага, хрен я попробую, еще 3 минуты придется ждать, даже больше. Ну а так, в общем-то, потихоньку, помаленьку мы с вами будем. Кстати, я хотел посмотреть, что у нас тут еще можно сделать. Пока. Вот эта вот штука, она требует очень много палок. Пумпанч. А вот этот пумпанч будет нужен во многих местах сразу. Та же дорога. Смотри-ка, тут дорога есть. Ладно, научимся, будем знать. Так, у меня 20 дополнительных очков появилось. Давайте посмотрим, что мы можем прокачать. Я думаю, что каменное можно что-нибудь. Так, это добыча. Добыча нам пока не нужна. Второй уровень. Это для увеличения скорости, да, наверное? Да, увеличение скорости изучения рецептов. Так, здесь у нас копательная. И я могу садить уже, да, допустим. Смотрим дальше. Охота. Да, хотелось бы все-таки охоту прокачать немножко потихонечку. Ну ладно, сейчас посмотрим. В общем-то, нужно будет изучать рецепты. Я думаю, в следующей серии найдем чем заняться. Нам нужно будет построить стул, чтобы начался уже прокачиваться наш, ну, вот этот вот участок, наш дом. Да, чтобы плюс не ноль было, а плюс больше. И будем, наверное, первый рецепт изучать. Посмотрим, увидим. Сегодня наша рыбалка завершилась уловом. Довольно неплохо. Я дождусь все-таки, пока рыбку я смогу покушать. И посмотрим, сколько у нас она тоже чего будет приносить. Зеленого, красного, желтого или оранжевого. Я думаю, нам обязательно нужно будет походить по округе, поискать
Уголь он все равно будет более качественным, да, чем простое дерево горит. Уголь он горит гораздо дольше, и это будет более выгодно. Может быть, еще какой-то металл найдем, да, тут же медь. Железо-то у нас тут недалеко есть, а медь еще надо. И тогда я смогу уже готовить слитки. То есть, по крайней мере, я смогу изучить этот рецепт. Так, ну что, я думаю, рыбка готова, хоть чуть-чуть. Да, один кусочек рыбки готов, и жир, и да, смотри-ка, 550 калорий, круто. По-моему, это будет гораздо лучше у нас, и у нас появятся желтенькие, оранжевые, будет более качественно. Ну-ка, да, увеличило, смотрите, и 538 стало, еще пару таких кусочков съесть, у меня вообще под 600 будет плюсом мой опыт. А опыт постоянно добавляется. Skill perk day. Отлично. Так что давайте сегодня с вами здесь и останемся, а встретимся уже в следующей серии. Это что, луна или метеорит? Нет, это луна. В следующей серии и продолжим наше исследование. И я думаю, еще очень много всего интересного нам будет. Пока.